Идею отметить День предпринимательства на областном уровне предложил глава Ленинска-Кузнецка Вячеслав Телегин, временно исполняющим обязанности губернатора Сергею Цивилеву в ходе его недавнего визита в город. Идея получила одобрение, таким образом положено начало новой традиции – празднование Дня предпринимательства в разных городах региона. Кстати, в рамках Дня предпринимательства пройдет выставка товаров, которые производят предприятия малого и среднего бизнеса в Кузбассе. Будет среди них и продукция «Ленинск-Кузнечан», что станет для города отличной возможностью показать свой экономический потенциал, а для участников выставки – завязать партнерские отношения и наметить новые рынки сбыта. День предпринимательства также важен с точки зрения реализации стратегии социально-экономического развития Ленинска-Кузнецкого, которую администрация разработала на период до 2035 года. Генеральной целью стратегии является создание социально комфортных условий для жизни населения и развития бизнеса. В соответствии с этой генеральной целью определены 4 стратегических цели. Это цели социального развития, пространственного развития, экологического развития и основной, наиболее важный, так скажем, сегмент – это экономические цели, в котором наибольшую и основную часть, и наибольшая основная роль отводится созданию благоприятных условий для предпринимательской деятельности и обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства, в том числе микропредприятий и индивидуальных предпринимателей. Проекты городской программы войдут в общую долгосрочную региональную программу действий, что позволит сделать Кузбасс регионом номер один за Уралом. Такая перспективная цель сейчас поставлена. На подготовку этой программы отводится 100 дней. Сроки сжаты, и всем надо поторопиться, а потому от предпринимателей ждут интересных идей. В июне месяце будет сформирована программа, и пойдут все деньги со всех направлений нашу область. То есть есть идеи, нужно их защищать, и на это можно будет получить деньги. Это, ну, как бы, по крайней мере, я вот, насколько пообщавшись с ним, я вижу, что это будет реально. И нужно быть готовым, чтобы скажут, у нас есть деньги, давайте проект, а мы с вами сидим и не знаем, в каком направлении двигаться. Сегодня у города есть шанс шагнуть вперед, и момент сейчас самый подходящий, потому что к области приковано пристальное внимание. Есть надежда, что придут федеральные деньги на инфраструктурные проекты. А это реальные инвестиции, рабочие места и налоги. Галина Ильина, Василий Обухов, Ленинск ТВ.